В Ульяновск пришло долгожданное тепло. Все больше времени люди проводят на природе, в парках, скверах, лесах и, конечно, на даче. Отдых может омрачить маленький, но серьезный враг – клещ, главный переносчик энцефалита и боррелиоза. При укусе насекомого самое главное – не пытаться вытащить клеща самостоятельно. При обнаружении на теле неприятного гостя следует срочно обратиться в ближайший травмпункт. Мы, не разрушая само насекомое, извлечем его без последствий для человека и отправим бесплатно на исследование на предмет наличия возбудителя клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза. Клещи обитают во всех лиственных лесах, парках и рощах. Однако не все из них являются переносчиками инфекций. В регионе зафиксировано 5 эндемических районов. Это муниципалитеты, в которых зафиксировано наличие зараженных насекомых. Это Ульяновский, Старомайнский, Майнский, Сенгилеевский и Меликесский районы. В этом году в Центральную клиническую городскую больницу поступило уже 2 человека, пострадавших от укуса клеща. Самый верный способ спасения от фатальных последствий – вакцинация. Это вакцина, полностью защищающая нас от клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита. Но прививать ее надо вовремя. Февраль-март – двукратная прививка ежегодно. Тем, кто не успел привиться или не знал о существовании вакцины, необходимо быть очень осторожными. Разумеется, лишать себя пикников и активного отдыха на природе не стоит. Достаточно быть внимательными и при обнаружении клеща следовать рекомендациям врачей. Солнышко светит, птички поют. Весной так трудно удержаться от прогулки на свежем воздухе. Несмотря на прекрасную погоду и настроение, все-таки не стоит забывать о простых правилах безопасности. То есть одетым нужно быть максимально закрыто, а по приходу домой с прогулки необходимо проводить осмотр себя, своих близких и домашних животных. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.